анонс с 95 по 99 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». Как мы помним с предыдущих серий, Дилан считает, что семье Карабей слишком сложно забыть те черные дни, которые им пришлось пережить. Но если они будут не видеть вещей Айтен, то этот груз станет намного легче. Азаде не понимает, как у Дилан хватает смелости совершать такие вещи. Баран ответил, что единственное, что делает Дилан, так это поступает по совести. Ему бы очень хотелось, чтобы и Азаде так хоть иногда делала. Родные считают, что Баран оказался под влиянием Дилан, и теперь он будет делать все, что только она ему скажет. Баран находился в своем кабинете, и он никак не может понять, почему постоянно думает про Дилан, и она совсем не выходит у него из головы. Дилан постоянно мучается вопросом, как ее отец мог совершить подобное. Баран совсем неожиданно подошел к Дилан, и она испугалась. Он посмотрел ей в глаза и спросил, неужели такой страшный, что так сильно напугал ее. Азаде стала перебирать вещи Айтен, но не смогла найти ее платье, и это вызывает у нее панику. Баран прокричал и напомнил, чтобы никто и никогда не имел больше дел с мамиными платьями. Неожиданно Азаде стало очень плохо, и она схватилась за сердце. Продолжение вы сможете увидеть в очередных сериях, которые выйдут на русском языке с 8 по 12 мая. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.